Доброй ночи. Я специально молчал, чтобы они не выпрыгивали ко мне. Я пока не разговариваю, они на меня не реагируют. Вот так, нарезал им травы. Они сейчас все слупят его очень быстро. Водички запить. Вот так. Сегодня у Надиного Дани день рождения. И я вам не говорил. Саша, конечно, сказал, у нас очень много общих зрителей. Да, основная часть, ну, одни и те же люди. И Саша уже делал Наде рекламу. Мы когда приезжали к ней в гости, Саша ж был, мы и вот тоже сидели за столом. И я вам сказал, что типа подписывайтесь на Надин канал. Вы все искали. А я вам сказал, что я пошутил. Ну и в общем сейчас вот... Это уже не шутка, да, у Нади есть канал, и я не делал ей рекламу. Почему? Потому что ей нужно было привыкнуть разговаривать на камеру. Когда в комментариях пишут, что быть блогером это очень легко, то я вас умоляю, телефоны сейчас у каждого человека, но не все люди блогеры, потому что это совершенно нелегко. Ну и все, кто искал канал Нади, можете по ссылке в описании под этим роликом перейти и подписаться. И будет в закрепленном комментарии. Сегодня у Даньки, у ее сына, день рождения. Время летит не без остановки. Ему сегодня исполнилось уже 20 лет. А я его помню манюсеньким. Я когда учился в академии в 2005 году, ему было 2 годика, в академии, в училище, в Слобожанском. И, знаете, манюсенький был 2 года, а сейчас уже вот такой прям взрослый мужчина. Ну вот так, я его поздравил, это я так вам мысли вслух. Вот так, так что, кому интересно, переходите, посмотрите, как живет наша сестра. Я думаю, что некоторым из вас было бы интересно. И еще хочу попросить, я не найду гусиное яйцо. Вы мне присылаете группы. В группах встречаются мошенники. Очень часто в группах прям люди пишут, что вот здесь не заказывайте, это мошенники. Очень не хочется попасть на мошенников, отдать 6000 гривен и не получить яйцо, которое ждешь получить. Поэтому я не знаю, пока я найти гусиное яйцо не могу. Может, у кого-нибудь из вас... Именно у кого-нибудь из вас. Не нужно мне с OLX эти объявления. OLX я сам слежу. Может, у кого-нибудь из вас есть какая-нибудь очень породная птица. Я знаю, что яйцо дорогое. Я смотрел Аям Цимани, вот эти куры. Смотрел...
Ну, в общем, смотрел очень много разных пород. Если у вас какая-то породная птица, и вы продаете инкубационное яйцо, напишите мне, пожалуйста, в Инстаграм. Ссылка на мой Инстаграм тоже будет в описании под этим роликом. Будет ссылка на канал сестры и будет ссылка на мой Инстаграм. И в описании, и в закрепленном комментарии. Если у вас есть, то вы мне очень поможете. Я не хочу большое количество яйца. Я хочу понемножку, несколько пород. Знаете, то есть у меня есть беспородные куры, да? Как бы я как блогер, у меня очень обширная большая аудитория, и я смогу продавать инкубационное яйцо точно так, как продают люди инкубационное яйцо. Но только у меня сразу есть кому продавать, потому что у меня большая аудитория, понимаете? Поэтому, ну, как бы для семьи деньги зарабатывать нужно. И вот я хочу себе завести породную птицу, а на следующий год буду продавать яйцо от породной птицы, от кур. Вот так. Потом найдем место, где их посадить. Тут двор пустой. Можно будет 3-4 загончика по породам разделить. Ну, как бы сделать. Да, и тут во дворе можно какой-нибудь построить какой-нибудь будку. Ну, такой небольшой домик для... Я видел, смотрел ролики. И отгородить сеткой загончик. Так что вот так. Если у вас что-то есть породное, пожалуйста, напишите мне в Инстаграм. Почему в Инстаграм? Потому что тут все теряется. Да и не нужно вам тут писать номера, потому что начнут названивать, кто не попадя, и просто так. Так что, ну, вот такие вот, вот такая просьба к вам. Ну и если на самом деле вы знаете, если вы держите какой-нибудь ягуся породного, то типа холмогора или тулузского гуся, вот хочется того и того. Все. Ну, вы обормоты. Вот зачем ты нагадил прям в миску? Обормот такой. Все. С гусятками все хорошо. Они сегодня гуляли, я их пас, пока подготавливал вот это, ну, вскапывал грядочку под рассаду. Вот так. Вот как раз в это время они гуляли у меня. Ну, Маринка отсюда с Артемом приходила и... Ой, потеряли меня из виду. Бегают, бегают туда-сюда. Папку потеряли, да? Да все на месте я, никуда и не делся. Ну и они гуляли, так что они уже начинают понемножку пастись. Все нормально. Этим нужно сейчас поставить водички. Там бочки, полбочки еще есть. А сюда поставлю. Вот так. Поубирал здесь. И опять точно так же, как и прошлый, ну, как и вчера. Они вон купаются. Застелил весь пол кормом, потому что их много. И корма насыпал много, так что к утру им хватит. Поставил витаминку, тут все в порядке, все цыплятки живые и все перепелятки живые. Единственное, что мне не нравится, это к утру пол весь в помете, так как здесь их много, их здесь 121 штучка. Здесь чуть больше, сколько здесь, 100 или 80, я не помню. Абсолютно не помню, но... Единственное, что я могу 100% сказать, это что никто не пропал. Все живенькие, все здоровенькие. Ни здесь никто не пропал, ни здесь никто не пропал. А, единственное, сегодня есть один убыток. Это один цыпленок пропал. Я вам показывал не черный, который самый слабый, а вот такой был голошейный. Вот он пропал. Ну, он и плохо выглядел, так что ничего с этим не сделаешь. И еще, знаете, мое наблюдение. Все цыплята, которые из яйца в Германии, сидят в одном углу постоянно. Этот один ходит, а они вот там все в углу. Я не знаю, по какой причине они сидят именно в том углу. Постоянно. Все, гусят сейчас будет нервный срыв. Угу. Как вас закрепить? Вот так.
короче, водички нужно долить. Вот так. Оп. Это витаминку. Ее сейчас вылью, а налью чистой воды, потому что хватит им. Витаминку выпьют свинюшки. Им пофиг, что пить. Она им лишней не будет. Ну все, сейчас я им поставлю воды. А вы пока постойте здесь. Сейчас я выгоню всех цыплят, чтобы на них просмотреть и как бы, ну, чтобы знать их состояние. Маночка, я к вам. А ну, девчатка, малышня, выходим. Давай, давай. Выходим, все выходим. Все, 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 все. Шубливые. Давай. Все, мертвых нету. Это самое главное. Следим за цыплятками. Плюс-минус все ровные. Знаете, на что обращать? На сонливость цыплят, на тяжелое дыхание, на взъерошенность и на их помет. То есть, если у цыплят понос, то у них загон грязный, как бы залипший все. Я у них не поубирал, я сегодня не успел, так как мы вышли в поле. Я теперь не знаю, что я буду успевать. Но ночь-то длинная, да? Нормально. Ну вот так. Все, вот видите, вот эта бздюха живая. Такой ходит, как будто сам этот дилектор, да? Главный такой, я дилектор. О, маленький. Ну реально вообще не растет. А так все остальные в норме. Все хорошо. Можно будет их как-нибудь организовать на улицу, да? Солнышко половить. Тут нужно долить воды. Они ее не допили. Но к утру им не хватит. Сейчас я им долью воды. Тут все в порядке. Эти вообще лучше всех. Ну, они уже большие. Так что все у них хорошо. Вот так. Вот такие дела. Видите? Эти голодающие доедают, пока я тут управлялся. Сидя уже не вмещается им. Не вмещается стоя, да? Вот так. Ну и яйцо. 4, 8, 12. 12. Тут две курочки какие-то сонные. Так что вот это я яйцо забрал. Мне не нравится, что они сонные. А их чуточку пропою. Завтра, послезавтра яйцо отдам свинюшкам. Я думаю, они обрадуются.
Так что вот так. Вот такой вот такая перепелка. Она какая-то взъерошена, надутая. Мне не нравится. Да, овсяночка? Ты рада, что тебе будет яйцо? Ну. Ковши, где я дел? А где я поставил? Вот. И знаете, поросятам третий месяц, и у одной свинки припухшая петля. Они вот в таком возрасте начинают приходить в охоту. Не факт, что они могли бы погулять в этом возрасте, но это такая, как бы... Но они очень скороспелые. И вот следующую охоту, если бы был кабан в загоне, то они бы погуляли. Да, и вот такая маленькая бы потом носила поросят. Все. Тут справились. Не нойте. Не нойте. Вот не нойте, я тут. Я тут. А когда вылупится еще 8 штук, да? Вас сколько будет много. Вы тех маленьких задавите, да, бегемота? Это еще где-то дня 4-5 ждать. Этот будет килограммовый. Наступит и раздавит маленького. Так, толстенький, все хорошо. Вот так. Вот это что выгреб у перепелят. Пеппа тут жрала, куры жрали. Я вам говорил, что у меня я вам показывал, а не говорил, что курица села на яйца. Вот она на них села. Все, что сегодня снесли, у нее тут. 3, 6, 9, 10 яиц. 10 яиц. И одно они раздавили. Вот она на них сидит. Завтра вечером, когда выключу там свет, приготовлю, ну вечером уже, приготовлю ей гнездо. И заберу ее туда, в сарай, чтобы под нее не садились куры и не подносили ей яйцо, и не раздавили то, на котором она сидит. Ну и она будет водить цыплят тех, которые выведутся в инкубаторе, а этих я заберу, они выведутся в инкубаторе. Вы поняли, о чем я? Потому что в инкубаторе на день выведутся раньше. Если она... тех возьмет, то этих бросит. А если она будет досиживать этих, то тем будет двое суток, они не пойдут куриться. Она что-то заподозрит, начнет их бить. Так что вот так. Сардельчика отдыхает. Вот так. Мне сказали, что она не Глория из Мадагаскара, а что она Ламантин. Ну, тоже очень похоже. Гусынька. Сегодня не было яйца. Вон гусынька села в гнездо. К утру что-то будет. А может, уже снесла? Сейчас мы пойдем на тот двор. Я вам еще там что-то покажу. Вот так. Тут все лежит. Все нормально. Перепелят я вчера выложил в лоток. И уже пошел на клев полностью. Все яйцо наклюнуто. Где трещина? Вот тут трещина есть. Фокусируйся. Да, вот видите. Короче, все яйцо проклюнулось. И завтра... Вот наклёв. Короче, они все пищат. Завтра выведется малышня. Вот тут их немного. 5, 10, 15, 25, 26, 27, 28. Вроде были все живые. Сколько выведется, я не знаю. Вот так вот. Сейчас начнет крутиться в яйце, видите? Вот такой красавчик. Так что завтра гусята пойдут на пол. Ну, в загончик. Вот так. Водичка есть. Тут все лежит, все нормально. Все хорошо. Вот. Смотрите, что я вам хочу показать. Это, конечно, бестолковая затея у нее, но уселась крякающая утка. Это уже вторая. Это такая больше как бегунок, на дикую похожа.
И она уселась на яйца, там под ней десятка три. Они же все пустые, я ж так и не расселил уток с этим, с белым селезнем. Да все некогда, да. И вот сидит вот эта принцесса. Ля, какая агрессивная мамка. Они крыльями бьются, сейчас побьет все яйца паразитка. Надо будет у нее их забрать и свинотам отдать, потому что все равно без толку. Может, ей дать гусиного яйца? Я не люблю кряколок. Мне там несколько лет назад несколько человек писало, что зря я на кряколок наговариваю. С них хорошие мамки и наседки типа хорошие. Может, ей дать гусиного яйца? Или это страшно? Как вы считаете? О, видите, пуху нарвала такая хозяйка. Сейчас еще меня побьет крыльями. Короче, не знаю. Тут утки уже поднимаются. Божечки, какая злобная дуреха. И притом на пальцы не кидается. А вот так, когда у нее схватить получается, она кидается. А видите, она пальцы не кидается. А ну можно секунду? Нет, тут еще рано. Не разбей. Вот это что? Вы видите, что за черт, а не утка? Гляньте, какая злюка. Я ее уже задолбал. И она меня задолбала. Все, тут уже клюв в воздушной камере. Да не разбей яйцо. Кусай меня, яйцо не разбей. Идиотка. Все, но смысл. Я вам хотел не это показать. Лезем вот сюда. Вот тут утки. Вот тут я заглянул и не понял, кто это снеслась. Ага, это кряколка снеслась. Гнездо освободилось, она заняла его. Вот это должна выводить первая. То негодные яйца от той утки я не убрал. Вот тут-то уже должно быть наклюнуто яйцо, если уже не начали вылазить. Покажи. 4, 14. Все, все на месте. Еще не вылазят. Ну, вот. Смотрите. Ага. Ага. Ты не кидайся на меня. А ну, я посвечу. Нет, еще не проклюнуто, но клюв там, где надо. Живое. 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 Вы простите, як вспышки. А это треснутое яйцо полностью. Видите, какая паутинка? Видно? Все яйцо потрескано. А оно живое. Еще и выведется. Ладно, не буду все просматривать. О боже, боже, утенка кинул. Утеночек. Утенок в порядке. Уронил ребеночка. Пищат уже. А ну. Вон там еще проклюнутый. Смотрите. Вот. Видите, какая красота. Это меня утка укусила, что ли? Я не понял. Тут еще рано. Это позже всех села из этих четверых. Но раз это начало выводить, значит в течение 2 дней будет 4 вывода утят. Это принцесса. Поняла, что у нее пуха. Дофигища 2 уток. Решила его немножко повыбрасывать. Нянь, хорошо. Злюка. Ай. Чума болотная. Все, эта красоточка сидит. Все хорошо. Яйцо. Ну все, а это будут твои. Это сидит. Умничка. Все тут хорошо. Ну и вот эта принцесска моя. Я проверял сегодня. У нее было 9 яиц. И вот она, может, уже села, уже попискивает, как наседка. И уже нарвала пух. Видите? Вот со второй попытки она выведет себе утят. Первый раз у нее не получилось. Ее побили. Она стрессанула и бросила гнездо. Здесь под кормушкой утилят. У нее местечко укромненькое. Ну, получается, у нее 9 яиц. Она еще штучки 2 может снести. Даже 3, пока рвет пух.
Ну и будет 12. Это мало. Но у меня негде взять яйцо. Ну вот так. И еще я не знаю, топтал ее белый селезень или нет, я не видел. То есть обязательно нужно провоскопировать яйцо. Будет еще, конечно, шок, если ее не топтал селезень. Хотя должен, потому что, ну как бы, у меня 10 уток. И 1, 2, 3, 4. И еще пятая сидела. 6, 7, 8. 8 уток сидела. То есть одну я у нее же яйцо забрал. Так что он должен был ее топтать. Как бы две утки всего не сидела. Он же не будет без дела ходить. Точно будет уток ловить. Так что надеюсь, что будет нормально. И, ну вы поняли. То есть это коричневая утка. Топтал ее белый крупный породный селезень. Ну не породный, а вот линии крупные. Так что вот так. Все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ну и всем пока-пока.